братья и сестры, ситуация, которая произошла недавно, буквально 2-3 дня назад. Сегодня наш брат Ахмад сделал видеообращение к главе республики, Чеченской республики. Вот. Сегодня как сделал видеообращение, сразу же закинул мне это видео, я к себе в ленту закинул, и за несколько часов это видео набрал очень много просмотров и очень много обсуждений. Буквально минут 15-20 назад нашему брату Ахмаду звонил глава Чеченской республики Адам Делимханов. Вот, что как было на самом деле, Ахмад, можешь объяснить уже. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы стали причиной для того, чтобы мы помогли нашему брату, чтеца Корана Мухаммада, ему под 40, по-моему. И я делал это видео ради Аллаха, чтобы глава Чеченской республики Рамзан Ахматович или Адам Делимханов, чтобы видели и чтобы у них интерес было на это видео. И хвала Аллаху, я не ожидал, но я ожидал, что будет результат, инша Аллах, что это просто так невозможно оставить, потому что, когда видя это в кадрах, ты не можешь себя сдерживать. Поэтому, альхамдулиллах, сейчас 10 минут назад Адам Делимханов позвонил, поговорил со мной, что Ахмад, я уже взял этот инцидент под своим контролем, инша Аллах, виновный будет наказан. И не знаю, обещал Адам Делимханов, что 8 числа он будет в Москве, и мы будем поговорить еще об этом теме, что все будет решиться к лучшему мирному решению. Если мы будем так идти, враждоваться, война друг за друга, поймать кого-то, это неправильно. Мы же мусульмане, где наш нрав, где наш ахляк? Мы должны показывать свой нравственность. Мы везде мы должны решать вопрос мирно, по закону Аллаха, мирным решением, чтобы в обоих сторонах не страдал. Сегодня у нас горе, что нашего брата покалечили, он может быть стать инвалидом, он не может больше работать. А с их стороны, человек, который трое отпустили их, ничего не сказали, один их отец сидит, говорит, что у меня травматическая травма, что я не знал, что делать, но четвером напасть на одного человека, это несправедливо и нигде не заходит. Мужику было 40 лет, читает Коран. Мы были сегодня там, видели кровь, где было на стене кровь. И женщины, которые там напугались, женщина говорит, я так напугался, и мне сказали, что ты не должен никакой свидетельства, не говорит о том, что здесь случилось. Ну, иншаллах, мы надеемся, что если Адам Делимханов взял это дело под свой контроль, то виновный будет наказан. Поэтому не надо враждоваться в интернете, грести друг друга, агрессивно вести себя, на всякую провокацию, братья-мусульмане, таджики, чеченцы, кто бы ни были. Мы едины. Что, все то, что нас объединяет, это религия ислам. Ля иляха илляллах. Мы не должны враждоваться и ставить себя выше кем-то. Нету возвеличения нации над другим. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, национализм – это вонь. Так что, братья, будьте искренним муминам. Иншаллах, если наши старшие братья взяли эту дело, иншаллах, они до конца доведут, и виновны будут наказаны. Так что, братья, держите свой гнев, иншаллах, все решится мирным путем. Альхамдулиллах, за милость Аллаха, что мы стали причиной и видели наше обращение, этот вопрос будет решаться. И мы благодарны Чеченскому республику Адам Делимханову и Ахмад Рамзан Ахматович, что он поручал Адаму Делимханову, чтобы он взял этот вопрос под свой интерес.